Следователи Генеральной прокуратуры близки к расследованию убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил глава ГПУ в интервью журналистам издания «Радио Свобода». По словам Луценко, дело сейчас квалифицируют как теракт, и в его организации подозревают российские спецслужбы. Прокомментировал Юрий Луценко и ход расследования дел о расстрелах на Майдане. Команда прокуроров и следователей докладывает мне о готовности в четвертом квартале этого года закончить следствие по расстрелам на Майдане. Угу. Самые трагические страницы 18, 19, 20, 21 сейчас находят свою юридическую оценку в доработанном подозрении. Это уже сделано. И следующие шаги в окончание экспертиз и предъявление обвинительного акта.